Здравствуйте, в эфире телеканала «Кубань-24», программа «Факты мнения». В кубанских кадетских казачьих корпусах завершились выпускные вечера. В этом году учащиеся снова порадовали своими отличными успехами департамент, который курирует это направление по делам казачества и военным вопросам края. Традиционно более 90% выпускников кадетских корпусов поступают в вузы, в том числе в военные училища. Вообще в Краснодарском крае применяют уникальную систему казачьего образования. Какое будущее ждет кадетов и как дальнейшую судьбу выпускников корпусов прослеживают и поддерживают представители департамента по делам казачества и военным вопросам. Обсудим это с Виталием Лысовым, заместителем руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края. Виталий Сергеевич, ну, если говорить, мы уже начали о таком важном направлении, как кадетство, которое ваш департамент, собственно, держит на контроле, курирует, то если подводить итоги этого учебного года, сколько человек выпустили? Добрый день. Ну, я здесь готов рассказать про кадетские корпуса казачьи, которые находятся в подведомстве у департамента по делам казачества, поскольку именно они нас интересуют. Телезрители знают, что у нас есть часть корпусов, которые учредителем которых является департамент по делам казачества, и часть, где учредителем является Краевое министерство образования, науки и молодежной политики. Если говорить о корпусах, которые подведомственны департаменту, то в этом году выпускники нас довольно порадовали. 120 казаков кадет получили аттестаты о среднем полном образовании, и мы надеемся, что это действительно наше подготовленное будущее, казачье будущее. Мы надеемся, что эти ребята в первую очередь вернутся в свои казачье общества. Они уже по достижении 16 лет состояли в казачьих обществах либо по месту жительства, либо по месту нахождения казачьего кадетского корпуса. И теперь они, как правило, получают уже настоящие казачьи чины, настоящие казачьи погоны. И казаки ждут их в казачьих обществах. Ну, наверняка на празднике, на вручении аттестатов присутствуют представители департамента. Какие эмоции? Конечно, в обязательном порядке присутствуют представители департамента, присутствуют атаманы казачьих отделов, присутствуют атаманы районных казачьих обществ, естественно, и руководство казачьего кадетского корпуса. Вы знаете, отличается это мероприятие от обычных школ, поскольку оно пропитано несколько иной составляющей. Здесь одни парни, здесь казачья форма, здесь несколько отличается сам церемониал вручения аттестатов. Допустим, обязательном порядке проходит не только получение аттестата, но и торжественная церемония прощания со знаменем корпуса. Это действительно уникальные в своем роде мероприятия, которые уже со школьного порога воспитывают в детях ответственность за будущую жизнь, ответственность за страну, за государство, за государственные символы и за своих товарищей, за свои семьи, за свой населенный пункт, в котором они живут. Ну вот кроме формы такой, которая привлекает, кроме такого духа сплоченности, который отличает кадетов, безусловно, образовательный процесс чем отличается? В первую очередь сама система казачьего образования, она несколько более расширена, чем просто образовательный процесс в обычной школе. Здесь дети находятся, ну вот типа как в системе интерната. Они находятся в круглосуточном пребывании на территории кадетского корпуса. И это налагает свои определенные процедуры. Дети не просто находятся на территории корпуса, сами себе предоставлены. Они находятся под постоянным присмотром и контролем и педагогов, и воспитателей из числа казаков, казачьих обществ. В казачьем кадетском корпусе преподаются все дисциплины, которые преподаются в обычной школе. Но очень насыщенная в обязательном порядке система дополнительного образования. Мы учим детей и предметам казачьей составляющей. Это дополнительные занятия и по истории, и по современности кубанского казачества, и по традиционной культуре, традициям и обычаям. Очень большой комплекс физкультурно-спортивной и военно-прикладной составляющей. Ну вот учитывая то, как вы вот с душой рассказываете об этих достижениях, вы как представитель департамента по делам казачества вот сейчас уже можете сказать, оправдана была необходимость вот открытия именно таких корпусов? Ну действительно, безусловно, оправдана. И
в том числе нам сейчас и не хватает, может, такого количества, которое сегодня есть казачьих кадетских корпусов на Кубани. Если говорить об оправданности, можно судить по тем детям, которые приходят поступать в казачьи кадетские корпуса. Вот мы буквально недавно завершили приемную кампанию в 7 класс, в корпусах учатся с 7 класса, и мы видим, что довольно не все дети прошли конкурсный отбор, а желающих гораздо больше. Мы набрали в этом году только в казачьи кадетские корпуса, которые при нашем департаменте работают, 160 будущих воспитанников 7 класс, а желающих было более чем в 2 раза. Вот вы говорите, недостаточно. А может быть, какую-то работу департамент в этом направлении все-таки ведет, чтобы была возможность у всех желающих попасть туда? Ну, конечно, ведет. Но, естественно, это связано и с бюджетным финансированием и с рядом сложностей. Но, тем не менее, все должны понимать, что недостаточно просто желания обучаться в казачьем кадетском корпусе. Для этого нужно еще и подготовить ребенка. Нет, отбор не строгий. Это основные базовые, проверка основных базовых знаний в виде обычного собеседования по русскому языку и математике за программу 6 класса. Плюс мы хотим от наших детей услышать понимание все-таки, для чего ребенок именно сам принял желание и хочет обучаться в казачьем, именно кадетском корпусе, не в каком-то другом. Соответственно, мы задаем ряд вопросов, обычных, элементарных, простейших вопросов, связанных с историей, с сущностью и самим пониманием казачества. Почему все-таки ребенок выбрал для себя казачий корпус, а не какое-либо, какое-либо иное учреждение? Ну, я уверена, что для департамента, который вы представляете, очень гордо слышать, когда наши кадеты, наши ребята выигрывают, их отлично выступают на каких-то всероссийских конкурсах. Сейчас эта работа пока прекращена на время летних каникул, либо вы, как представитель все-таки департамента, ну, планируете что-то на ближайшее время? Нет, ну, работа, естественно, не прекращена. Несмотря на то, что дети находятся на каникулах, корпуса продолжают работать. Сейчас у нас идет отбор в 10 класс. Вот буквально на этой неделе начинаются приемные кампании. И дети в том числе и получают домашнее задание по подготовке к ряду определенных мероприятий. Одним из основных мероприятий, к которому готовятся и корпуса, и воспитанники этих корпусов, это ежегодно проводимый конкурс названия «Лучший казачий кадетский корпус России». В прошлом году среди 26 казачьих кадетских корпусов, которые есть у нас вообще в стране, Ейский казачий кадетский корпус стал этим лучшим корпусом страны и получил переходящее знамя президента России. В том числе Новороссийский корпус в том же прошлом году стал вторым, получил второе место в этом конкурсе. Но в этом году, предполагается, немножко сдвинулись сроки проведения конкурса. Если раньше победители определялись уже в мае, то в этом году планируется это мероприятие провести осенью. И кадетские корпуса полноценно вместе с воспитанниками, с детьми, с кадетами готовятся к участию, все наши 4 корпуса, в этом мероприятии. Ну, когда вот такие новости мы получаем, департамент гордится своими воспитанниками? Ну, безусловно, безусловно гордится, ведь это не только заслуга одного образовательного учреждения либо какого-то педагога, это заслуга всей команды. Комплексная всей работа, команды, да? Кубани, всей команды Кубанского казачьего войска. Все вносят свой определенный вклад в этот процесс, в то, чтобы потом Кубани, наш регион, в целом гордились тем, что мы создали. Кроме кадетского направления, знаю, что департамент по делам казачества еще большое внимание уделяет работе с подрастающим поколением, ну, не кадетам. Вот какие мероприятия, что было проведено? Что на особом счету? Да, но здесь, безусловно, в системе работы и Кубанского казачьего войска, и департамента, несмотря на то, что все-таки первоочередное у нас это государственная служба казачества, патриотическое воспитание на основе историко-культурных традиций казачества, это одно из основных неотъемлемых направлений. И занимаются им практически все, как в департаменте, так и в Кубанском казачьем войске. Ну, вот по вашей большая линии, работа, да. Большая работа проходит с молодежью. Это в том числе реализация мероприятий государственной программы, которую координирует департамент казачества Кубани, где есть мероприятия именно патриотической и военно-патриотической направленности. Это мероприятия, которые
параллельно проводит и Союз казачьей молодежи Кубани. Одними из важных мероприятий, если говорить вот об этом годе, мы считаем, это подготовка будущих казаков-защитников. И, то есть казак не только должен уметь, не только должен хотеть защитить себя, своего товарища, свою семью, но и уметь это сделать. Для этого мы провели впервые в этом году соревнования по армейскому рукопашному бою. Именно этот вид кубанское казачье войско максимум пропагандирует в своих рядах. Вы имеете в виду департамент? Департамент совместно с кубанским казачьим войском. Мы бы здесь не делили мероприятия, что вот это отдельно департамент провел, это отдельно войско, это Союз казачьей молодежи. Все должны понимать, что это единый мощный сложившийся организм. И в этом организме просто каждый занимается своим непосредственным вот направлением для общего вклада. А вот вы сказали, программа, госпрограмма казачества Кубани, в нее входит вот конкурс, который называется «Казачий всполох», по-моему, да? Входит, конечно. Этот конкурс, чтобы все представляли, проводится уже практически 10 лет, и инициатором был Совет при президенте по делам казачества. То есть ежегодно на федеральном уровне проводится не конкурс, это военно-патриотическая казачья игра. Но для того, чтобы отправить, чтобы отправить на федеральный уровень команду лучшую, которая примет участие и будет представлять уже непосредственно Кубань и кубанское казачье войско, департамент проводит отборочный этап среди наших всех 7 казачьих кадетских корпусов. Мы здесь никоим образом не делим корпуса департамента, Министерства образования и так далее. Это все наши дети, и мы проводим среди них отборочный региональный этап. Такой этап был проведен в мае этого года, и в очередной раз уже на протяжении многих лет команда Кропоткинского казачьего кадетского корпуса стала победителем в региональном этапе. Более Остается мало времени. Вот я хочу, чтобы вы самый зрелищный этап назвали. Какую оценку этому мероприятию дал департамент? Этому мероприятию департамент дал положительную оценку, и мы теперь надеемся на все-таки следующий этап этого мероприятия, поскольку та же команда Кропоткинского корпуса уже более на протяжении более 5 лет является победителем федерального этапа. Ну, пожелаем игры, удачи, да, который проходит каждый год в Анапе у нас на базе федерального центра смены. И в октябре этого года состоится этот федеральный этап. Будем ждать и болеть, и ожидать нашей победы. Наша победа, конечно. Спасибо. В программе «Факты мнения» был Виталий Лысов, заместитель руководителя департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края. Всего доброго, до встречи.